Всем привет. Короче, получил я свой ноутбук сегодня. Клево. P170EM. Или же в Европе он называется XMG P702 Pro. С процессором. Так, тут не написано. В общем, процессор i7 3630QM с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 670MX, 8 гигабайт оперативной памяти, что еще, 17,3 монитор, 1 терабайт жесткого диска, вот какая красивая коробочка, ничего такая. Так, открывается он тут. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Не знаю, как в России, но в Европе распространитель XMG. Доставка заняла где-то примерно в районе... Да, 2 недели. Прошлый понедельник я заказал, сегодня уже пятница. Так, тут у нас, видимо, зарядочка. Тут питание. Тут вот у нас... Тут мануалы, инструкции, тряпочка для монитора, как я понял, и диски всякие. Так, вот он, сам ноутбук. Такой, ничего, такой тяжеловатый. Ну, я думаю... Ладно, это потом посмотрим, попозже. Сейчас разберемся, что у нас там с батарейками. Так, тут у нас орудуем таким тесаком здоровым. Тут у нас батареечка. Батарейка у нас... Сколько? Так, батарейка у нас на 5200 миллиампер. Я думаю, нормально. Сам блок питания такой, массивный достаточно. Так, выдает 230 ватт он у нас. Так, теперь же посмотрим, давайте на сам ноутбук. Вот пока в сторонку. Давайте посмотрим, вот, как он выглядит. То бишь, тут батареечка. Это я понял, как у нас субвуфер, видимо. Это перевернем. С этой стороны у нас, как видите, HDMI входы для видеокарт, также за питание. Тут у нас идет 2 USB 3 входа,
разъем для SD-карточек. Также интернетовский вход. Спереди у нас идут, как я понял, лампочки. Да, лампочки всякие. С этой стороны у нас идет DVD-привод. Питание и тоже USB, который, как я понял, можно заряжать с выключенным компьютером. Так, сейчас мы его откроем. Вот такое это чудо. Клавиатура подсвечивается. Видимо, ролик или еще что-то в этом роде. Включается. Он включается или не включается? Да, включается. Так, тут у нас пленочка. Тоже пленочка. Врубается все. Так. Тут, как видите, такие вот наклеечки. И снизу тоже. Затем мы их оттираем. Как я понял, у нас не стоит ничего, ни Windows, ничего. Поэтому буду устанавливать Windows. Так, клавиатура светится. Сейчас попробуем, будет видно, либо нет. Да, так, более-менее видно. Так что, как я знаю, насколько я знаю, на меню есть несколько цветов. Сейчас посмотрим, где у нас тут кнопочки. Так, это включить-выключить, а цвета, видимо, вот есть ярче. Так, а как светлее сделать? То есть потемнее, теперь светлее. Ладно, фиг с ним. Так, ладно, потом разберемся. И, в общем-то, вот такое вот устройство. Что-то как видео потом я дополнительное выложу с тестами, с игровыми. Но пока что я очень даже доволен. Очень даже. Так что... До следующего видео. За качество прошу меня не ругать. Ну а так, все ваши пожелания высказывайте, постараюсь все их сделать.